За вклад в развитие спортивного танца в Республике Крым награждается туристический оздоровительный комплекс «Судак». Под ваши бурные аплодисменты. Еще аплодисменты. А мы продолжаем награждение. И на парад награждения приглашаются пары, возглавившие рейтинг в Е-классе. Итак, встречаем аплодисментами пары, которые возглавили рейтинг в Е-классе. Аплодисменты из зрительного зала. Мы приглашаем всех пар, которые возглавили рейтинг в Е-классе. И для проведения церемонии награждения мы приглашаем на нашу сцену Никиту Челидзе и Оксану Саенко. Еще аплодисменты, аплодисменты. В категории «Ювеналы 1 Е-класс» европейская программа. Награда вручается Георгию Ена и Виктории Левицкой, Симферополь, Карнавал, руководитель Юлия Марченко. Ваши аплодисменты. Латиноамериканская программа. Рейтинг возглавили Никита Кузнецов и Диана Кадырова. М-стиль город Алушта. Руководитель Анастасия Майер. В категории «Ювеналы 2» Е-класс европейская программа. Награду получают Михаил Чибисов, Вероника Закружная, Симферополь, Аргас. Руководители Петр Путилин и Наталья Путилина. Ваши аплодисменты победителям. Зрители, не жалеем ладони для обладателей нашей награды. Ребята, подходите со своей заслуженной наградой. И в этой же категории в латиноамериканской программе рейтинг возглавили Илья Рыжов, Мария Канаш, М-стиль город Алушта, руководитель Анастасия Майер. Категория «Юниор 1» Е-класс европейская программа. Награду получают Михаил Малахов и Мария Маслова, Ялта, Альянс, руководитель Александр Бондарчук. Латиноамериканская программа. Лучшей стала пара Эдуард Дума и Дарья Малыхина. Карнавал, город Симферополь. Руководитель Юлия Марченко. Ваши аплодисменты, ребята. В категории «Юниоры 2» Е-класс. Обладателями награды становятся Иван Тарыкин, Александра Чекалова. Фокстрот, город Симферополь. Руководитель Елена Переяслова. Ваши аплодисменты ребятам. Они возглавили рейтинг в обеих программах. Давайте еще раз поаплодируем всем обладателям нашей награды в категории Е-класс. Аплодисменты из зрительного зала.